грязь. Грязь на объективе у вас. Грязь. Так нормально? Ну, в общем, более-менее. Здравствуйте, меня зовут Роман Дершуни, и сегодня я приготовлю очень необычный салат. Он называется баклажаны а-ля Монте-Карло. Баклажан. Почему здесь баклажан? Дело в том, что в Тель-Авиве был ресторан, который назывался Монте-Карло. И вот в этом ресторане как раз и готовили этот замечательный салат. А мы, повара, не занимаемся плагиатом. Если мы у кого-то украли что-то, то мы честно об этом говорим. Баклажан сначала почистить. Для того, чтобы при жарке его кожура не горчила. После того, как мы его пожарим, чтобы кожура не горчила. Вот так мы его чистим. При помощи предмета, который называется экономка почему-то. Вот, правда, получилось достаточно экономно. И дальше я этот самый баклажан буду резать на мелкие кубики и жарить во фритюре. Сначала длинные полосочки. Потом соломка. Даже не сказал, что соломка — это солома такая. Большая баклажановая солома. Баклажанная. И теперь кубик. Кстати, может быть, вполне параллелепипед. Треугольник тоже не возбраняется. Все это пойдет во фритюр. Вот так. Все во фритюр. Фритюром нужно быть поосторожнее, потому как ожоги очень долго проходят. Жарим. Жарим баклажаны до состояния так называемой, ну, золотистости или коричневатости. Короче, они должны загореть. Не хотел бы я быть на их месте сейчас. Можно помешивать. А можно тем временем натереть яйца. Простите, натереть крутые яйца. Вот, здесь я заранее сварил несколько крутых яиц. Очень крутых. И натираю их на такой крупной-крупной терке. Самой крупной, которая есть. Баклажаны при жарке имеют свойство очень сильно сокращаться в объеме. То есть, если мы сейчас взяли 4 достаточно больших баклажана, то в итоге мы получим, ну, грамм 200-300 жареного продукта. И для них как раз вот таких 4 яиц нам вполне хватит. Монте-Карло. Баклажаны готовы. Баклажаны получили замечательный золотистый оттенок. Они коричневато-золотистые. Они сладенькие внутри и красивые снаружи. Вот так вот я их укладываю специально на бумагу, чтобы в них стекло масло. И нужно подождать немножко, пока они остынут. Баклажаны остыли. Масло с них практически все стекло. Я выкладываю их в миску. Видите, было 4 больших баклажана, а вышло всего ничего. Сюда же я отправляю твердые яйца. И осталось всего лишь добавить зеленого лука. Ай! Пошутил. Шутка. Да. Зеленый лук. Зелень петрушки. Дело за самым близким для русского человека, самым любимым.
самым сентиментально нагруженным компонентом майонез. Кстати, в Израиле его тоже очень любят. Чем майонез жирнее, тем он вкуснее. Соль. Черный перец. Сюда, а не туда. И мешаем, мешаем. Тарелка. И такая совсем небольшая семейная порция баклажанов а-ля Монте-Карло. Еще можно сделать вот так. И вот так. Приятного аппетита! Вкусно. Мастерство не пропьешь.